Их отобрали со всего СКФУ, это из университетов различных образовательных учреждений. Одни из самых лучших, одни из самых талантливых. Хочу отметить то, что такие форумы очень важны и полезны для нашей молодежи, для подрастающего поколения, для процветания нашей республики. То, что вам наверняка есть всем о чем поделиться друг с другом. Сельчане или там приходят со своим сыном там где-то на улице, там давай будешь бороться, да, я тоже говорю, да, буду бороться. И вот так все начиналось, и дальше больше это уже записали секцию, и оттуда это все пошло. Сам понимаешь, в Дагестане живем, каждый второй, каждый хочет показать себя, так, спортивный интерес. Так как занимаюсь общественной деятельностью, реализую какие-то проекты, направленные на социально-экономическое развитие, общественно-политическое развитие, боюсь, наверное, не быть настолько полезным, насколько хотелось бы. В тот момент, когда боец вырубает своего оппонента, то падает замертво на пол. Зачем становый этот боец добивает почти полумертвого? Когда вот попадаешь рукой там, перед поединком там тоже бывает там стресс бывает, там когда вес гоняет, там не знаешь, как ты подойдешь к весогонке, после как ты восстановишься. И когда вот бой даже вот как начался, и ты даже нормально не показал себя в бою, и как-то вот ты его потряс своим ударом, и он падает, и у тебя как бы энергия изнутри, она, короче, она выходит, это как бы адреналин, это все же. Ты говоришь, ну вот он упал, и ты не посчитал нужным его добить. Он быстро очухался, а судья не остановил. Все, и ты дерешься дальше опять, с одной стороны. А с другой стороны, если ты упал, но добил, ты выиграл, все, судья остановил. Если будут навыки спортсмена, если человек будет, если ребенок будет в этом иметь определенные успехи, почему бы и нет? Потому что спортсмены — это очень мотивированные люди. Это люди, которые стараются достичь больших успехов, и большинство своим, конечно, достигают. Всегда такие мысли бывают. Вот когда ты внизу, вот кто с тобой рядом останется? Вот такие страхи у меня бывают. И вот какое у тебя отношение останется, когда ты будешь внизу? А когда ты наверху, понятно, что все хорошо. Вот такой вот у меня вопрос всегда бывает. Что вы думаете о... Машук, и в прошлом году тоже ты ездил, позапрошлом тоже, кажется, был. И вот мне интересно, вот, ребята, вот, вас, чем вы там занимаетесь? Вот, в палатке там или не знаю... Ну, говорят, да, говорят, у вас какие-то проекты там, блин. Ну, в первую очередь, конечно, для меня это красивые девушки. Но если уж серьезно, то я реализовал свой проект «Социализация и интеграция инвалидов, создание спортивных реабилитационных центров». Мой проект поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев. Я ему сделал «Салам алейкум», такой счастливый уехал. И я думаю, что Машук – это такая интересная площадка, где человек может выстрелить. Вот вы стреляете на матах, вы там проявляете себя, вы показываете, кто есть кто. А мы показываем себя на Каспий саммите, на Машуке. Это площадка для того, чтобы человек выстрелил. Посмотри, Абубакар, ты видишь, как люди поднимают руки. Для меня форумы — это в первую очередь. То есть, да, у меня есть проекты, да, я что-то хочу
реализовать для себя. Но в первую очередь я узнаю людей, с которыми я буду в дальнейшем дружить, которые мне помогут. И когда мне нужна будет помощь, я с уверенностью могу познать любой субъект Российской Федерации и понимать, что меня кто-то поддержит.